Столичные власти не могут снести аварийный дом, так как в нем самовольно поселилась семья с несовершеннолетними детьми. Дом по адресу Олега Кошевого, 39, подлежит сносу. Последний житель был переселен в конце декабря прошлого года. На этой улице еще 3 многоквартирных дома, которые были признаны аварийными и непригодными для проживания. Один из них уже снесен и обнесен забором, остальные ждут своей очереди. Но как выселить гражданку Сирождинову, которая, не имея законных оснований, требует предоставления другого жилья? По словам представителей Ленинского района города Махачкалы, ранее женщина, ее дети и сестра в указанном доме не проживали и зарегистрированы в городе Москве. На предложение встать на учет в Махачкале женщина категорически отказалась. Кроме того, было отвергнуто предложение от меценатов о предоставлении временного жилья и предложение фонда «Инсан» оплатить съемную квартиру. Сирождинова согласна только на новую собственную квартиру от государства. Указанный дом на сегодняшний день находится в полуразрушенном состоянии, и проживание в данном доме опасно для жизни и здоровья граждан. С учетом этого гражданке Сирождиновой ответственными работниками администрации неоднократно предлагалось освободить данное жилое помещение. При этом сотрудниками администрации в отношении нее никаких незаконных действий не предпринималось. Власти намерены отключить дом от коммуникаций, но мэрия Махачкалы вынуждена принять законные меры по принудительному высвобождению квартиры.